вами Блокнот Волгоград. И сегодня мы решили узнать, готовы ли волгоградские девушки пойти на аналогичный поступок из шоу «Холостяк». Готовы были бы изменить Егору Криду, например, с нашим оператором? Нет. Почему? Ну почему? Посмотрите, статный мужчина. Ну я бы поучаствовал в проекте ради такого прекрасного оператора. Ты как вообще относишься к такому поступку? Плохо. Ну плохо, конечно же. Не в моем вкусе. Ты представляешь, а сколько энергии будет? Нет, такая популярность мне не по душе. Ну нет, конечно, в отношениях изменять это ужасно. Казалось бы, да. Моя невеста. Повезло. Подводя итоги нашего репортажа, мы можем сказать, что волгоградские девушки не способны на измену.